Здравствуйте! Сегодня приготовлю очень вкусный французский торт фризье с нежнейшим кремом. Приготовим бисквит. Нам понадобится 3 яйца. Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем в пышную пену и постепенно добавляем 50 грамм сахара и взбиваем до устойчивых пик. К желткам добавляем 10 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахара и взбиваем до пышной светлой массы. В 50 грамм муки добавляем 25 грамм крахмала, хорошо перемешиваем. И в несколько приемов к желткам добавляем муку и взбитые белки. Аккуратно перемешиваем. Форму, в которой будем выпекать, я буду выпекать диаметром 22 сантиметра. Застилаем пергаментной бумагой дно и бока. Выливаем полученное тесто, хорошо разравниваем. И отправляем в разогретую духовку до 170 градусов и выпекаем 15-20 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Готовый корж достаем и даем ему полностью остыть. Приготовим крем. В миску вливаем 400 мл молока, добавляем 100 грамм сахара и отправляем на огонь, доводим до кипения. В миску вбиваем 3 яйца, добавляем 100 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Хорошо взбиваем до пышной светлой массы. Добавляем 6 столовых ложек крахмала и еще раз хорошо перемешиваем. Добавляем закипевшее молоко тоненькой струйкой и хорошо перемешиваем. Полученную массу переливаем в кастрюлю. Отправляем на средний огонь и при постоянном помешивании доводим до загустения. Добавляем 100 грамм сливочного масла и хорошо перемешаем, чтобы масло полностью растворилось. Готовый крем оставляем при комнатной температуре полностью остыть. 1,5 чайной ложки желатина добавляем 50 мл воды, хорошо перемешиваем и оставляем до набухания. В остывший крем добавляем еще 100 грамм сливочного масла. Хорошо взбиваем миксером в течение 5 минут. Желатин подогреть, чтобы он стал однородным, и тоненькой струйкой вливаем в крем. Хорошо при этом взбиваем. Крем готов. Для начинки нам понадобится клубника, я использую 900 грамм. Выбираем примерно 10 штучек средней клубники и разрезаем пополам. Корж разрезаем пополам. От разъемной формы берем края и застилаем пищевой пленкой. Нижний корж выкладываем на блюдо, на котором будем собирать торт. Устанавливаем бока. Приготовим сироп. В миску всыпаем 50 грамм сахара, заливаем 50 мл горячей водой. Хорошо размешиваем и хорошо пропитываем сиропом коржи. Половинки клубничек устанавливаем по бокам. Выкладываем немного крема. И выкладываем и утапливаем клубничку в креме. Накрываем клубнику кремом хорошо. Накрываем вторым коржом. Пропитываем также хорошо сиропом. И оставшимся кремом промазываем верх.
Сверху накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 8 часов, чтобы торт хорошо застыл. Вот такой у меня получился торт красивый, и теперь нам его осталось украсить. Украшаем по желанию. Я украшаю тоненькими ломтиками клубники. И украшаем сверху. Вот такой у меня получился красивый торт. Готовый торт нарезаем и подаем к столу. Он получается очень вкусный, очень нежный. Так что попробуйте приготовить. Я уверена, вам он обязательно понравится. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.